Подготовка ручного оборудования. Сварка полимерных мембран производится горячим воздухом или при помощи специального растворителя. Не используются клеящие составы или открытое пламя. Мембраны могут быть разных размеров по желанию заказчика и поставляются в полной комплектации для создания эффективной кровельной системы. Для сварки рядового кровельного шва рекомендуется ширина насадки 40 мм. Убедитесь, что насадка чистая и неповрежденная, и нет причины неравномерной подачи горячего воздуха. Установите на фене значение температуры, равное 550 градусов Цельсия. Прогрейте сварочное оборудование, чтобы температура воздуха достигла выставленных параметров. Ручной фен имеет 10 позиций регулировки с интервалом между каждой в 60 градусов. Проведение сварки. Критерии правильно подобранных параметров сварки. Перед началом работ необходимо выполнить пробную сварку, чтобы убедиться, что выбранные параметры корректны. Параметры включают в себя температуру сварки, ширину насадки, скорость работ. После пробной сварки обязательно произведите тест на разрыв. Качественно сваренная мембрана рвется вне зоны сварки. Если выставленная температура слишком высокая, то мембрана горит и не сваривается должным образом. При проведении теста на разрыв мембрана порвется по сварному шву. Если температура слишком мала, мембрана будет слипаться, но не свариваться. При проведении теста мембрана разъединится без повреждения слоев самой мембраны. Сварка кровельной мембраны ручным способом. После того, как оборудование готово, раскатывается кровельная мембрана. Убедитесь, нахлёст полотнищ составляет 6 см. При установке механического крепежа нахлёст полотнищ должен быть 12 см. Только в этом случае крепежная зона будет полностью перекрыта мембраной. Рекомендуем точечно прихватить полотнище через каждые 50 см. Введите насадку в нахлёст полотнищ под углом 45 градусов. Введите нагревательный элемент ровно, стабильно, без рывков. В это же время проведите прикатку шва силиконовым роликом перпендикулярно положению фена. Сварочный процесс проходит правильно, если у вас при этом образуется небольшое количество белого дыма. Качество сварного шва проверяется только после полного остывания, используя плоскую отвертку. Таким образом, вы убедитесь, что шов сварен везде и не открывается при воздействии. Для дополнительной гарантии и придания хорошего внешнего вида рекомендуем использовать жидкий ПВХ. Сварка кровельной мембраны автоматическим сварочным оборудованием. Чтобы увеличить скорость проведения работ на кровле, рекомендуем использовать автоматическое сварочное оборудование. Процедура практически сходная с ручной сваркой, за исключением того, что устанавливается скорость. Когда насадка вводится в зону шва, процесс сварки начинается автоматически. Сварка производится при установленных параметрах сварки. При температуре окружающего воздуха 25 градусов и при использовании насадки шириной 40 мм, рекомендуемая температура горячего воздуха 560 градусов Цельсия и скорость сварки 4,5 метра в минуту. Т-образный шов. Удобнее сначала выполнить поперечный шов и затем приступить к продольному шву. При сварке уделите особое внимание месту стыков с предыдущим швом. Всегда скругляйте углы мембраны, чтобы исключить образование проблем в швах. Рекомендуем также срезать фаску мембрану. В таком случае обеспечивается плавный переход от одного слоя к другому. Четыре слоя мембраны не должны никогда соединяться в одном месте одновременно. Если это случится, то нужно одну из мембран либо сместить относительно стыка, либо укоротить. Таким образом получаем Т-образный шов. Убедитесь, что все швы сварены. Для дополнительной гарантии и придания хорошего внешнего вида рекомендуем использовать жидкий ПВХ. Изоляция углов. Примыкание к стене. При устройстве примыкания к вертикальной поверхности уровень гидроизоляции должен быть выше на 30 см основного кровельного ковра. Используйте геотекстиль для защиты полимерной мембраны.
Мембрана может быть предварительно зафиксирована при помощи контактного клея, особенно если уровень заведения мембраны достаточно велик. Прихватите точечно мембрану к предварительно установленной полосе из ламинированного металла. Полоса должна быть предварительно зафиксирована при помощи саморезов. Производите сварку мембраны к ламинированному металлу обычным способом. Приваритесь к основному кровельному гидроизоляционному ковру, отступив от угла 10 см для перехлеста. При сварке угла следуйте обычным процедурам. Для изоляции стыка прижимной планки используйте полиуретановый герметик. Проверьте качество сварного шва при помощи плоской отвертки. Для дополнительной гарантии и придания хорошего внешнего вида рекомендуем использовать жидкий ПВХ. Изоляция верхней части парапета. Для выполнения изоляции вертикального парапета в виде стены мембрана должна хорошо прилегать к стене и не должна отрываться на краю парапета. Для этих целей используйте уголок из ламинированного металла. При необходимости обрежьте уголок до необходимого размера. При стыковке уголков всегда оставляйте зазор 3 мм для компенсации температурных расширений. Прикрепите уголок к парапету при помощи саморезов. Максимальная дистанция между крепежами составляет 25 см. Приложите мембрану к прикрепленному уголку. Сначала прихватите точечно, потом полностью приварите мембрану к ламинированному уголку, закрепляя таким образом мембрану на парапете. Затем приварите нижний край вертикальной полосы к основному кровельному ковру, отступив 10 см от парапета. Проверьте качество сварного шва при помощи плоской отвертки. Для дополнительной гарантии используйте жидкий ПВХ. Верхний наружный угол. Перед установкой мембраны необходимо установить ламинированный уголок к другой стороне стены. Для формирования угла используйте два одинаковых уголка. Отрежьте необходимый кусок от одного из уголков для нахлёста. Прикрепите заготовку из ламинированного металла в углу и заведите мембрану на внешний угол. Точечно прихватите полимерную мембрану. Разрежьте место перехлёста мембран наискосок, скруглив углы мембраны. Отогните перехлёст полотнищ и проварите его. В первую очередь проварите нижнюю часть нахлёста к уголку, потом вторую часть. Отрежьте аналогичным образом уголок и сварите перехлёст как обычно. В конце сварите вертикальные полотнища. Особое внимание уделите месту угла. Нижний наружный угол. Для изготовления нижнего наружного угла примерьте мембрану на углу и прихватите точечно для фиксации. Скруглите наружные углы мембраны и отрежьте лишнюю мембрану. Сначала сварите верхний вертикальный стык, затем нахлёст с кровельной мембраной. Для гарантии водонепроницаемости используйте усиление угла. Самый быстрый способ – это применение фабричного элемента. Если это недоступно, то можно сделать самостоятельно из неармированной мембраны толщиной 1,5 мм. Отрежьте квадрат стороной 12 см. Скруглите углы, нагрейте феном и растягивайте руками, пока один из уголков не примет необходимую форму. Примерьте заплатку и аккуратно сварите при помощи точечной фиксации. Направление сварки всегда должно быть изнутри наружу для исключения образования воздушных пузырей под заплаткой. Применяйте силиконовый ролик для окончательной приварки в местах перехлёста мембраны с основным кровельным ковром. Проверьте качество сварного шва при помощи плоской отвертки и используйте жидкий ПВХ. Верхний внутренний угол. Перед установкой мембраны закрепите уголок из ламинированного металла на соответствующий участок угла. Разрежьте подобным образом и прикрепите на угол. Отметьте угол на нижнем участке ламинированного уголка. Отрежьте аккуратно по разметке, чтобы не перерезать. Прикрепите полученный уголок к основанию стены при помощи механического крепления. Поместите мембрану на стену, разрезав внутренний угол. Приваривая мембрану к уголку, убедитесь, что саморезы полностью закрыты. Отрежьте кусок аналогичной мембраны для выполнения заплатки на наружном углу. Вырежьте в данной заплатке место нахлёста внутреннего угла.
Прихватите заплатку в центре и начинайте сваривать по спирали, изнутри наружу, во избежании воздушных пузырьков под мембраной. Используя силиконовый ролик, особое внимание уделите месту перехлеста мембраны. Для гарантии водонепроницаемости отрежьте круглый кусок из неармированной мембраны диаметром примерно 12 см. Нагревайте горячим воздухом, чтобы сделать ПВХ податливым. Растягивайте руками, используя ребро парапета. Приварите заплатку к углу. Сначала прихватите в центральной зоне, используя давление руками. Затем начинайте обваривать изнутри наружу. Нижний внутренний угол. В первую очередь выровняйте мембрану по углу. Отрежьте лишнее внахлёсте, чтобы получить доступ к углу. Для комфортной работы рекомендуем точечно прихватить верхнюю часть угла к основному гидроизоляционному ковру и приварить нижнюю часть угла к основной мембране, используя силиконовый ролик. Затем накройте нахлёст и сварите изнутри наружу. Особое внимание уделите угловой зоне. Примерьте готовый внутренний угол. Применяя готовые фасонные элементы при монтаже, вы экономите рабочее время. При отсутствии готовых фасонных элементов, они могут быть изготовлены вручную из неармированной мембраны толщиной 1,5 мм. Дренаж. Установка фабричной воронки. Применяя готовую вертикальную воронку, вы облегчаете монтаж и экономите рабочее время. Перед началом работ вырежьте отверстие в мембране в будущем месте установки воронки. Вставьте воронку в отверстие и точечно прихватите ее. Начиная сваривать начальную часть фартука, используйте давление руками. Затем приварите наружную часть при помощи силиконового ролика. Приваривайте фартук воронки по спирали, изнутри наружу. Это обеспечит отсутствие воздушных пузырей и позволит качественно приварить воронку. В комплектации, предлагаемой корпорацией «Технониколь», вы найдете воронки любых размеров и выполненные как из ПВХ, так и из ТПО. Устройство слива через парапет. Установите парапетный перелив на одном уровне с основным кровельным гидроизоляционным ковром. Приварите мембрану к готовому фабричному переливу. Сделайте отверстие аналогичное отверстию в парапетном переливе. Сначала прихватите мембрану точечно и обварите отверстие, используя силиконовый ролик. Закончите работу, приваривая угол обычным способом. Изоляция вертикального прохода. Если у вас нет фабричной воронки, процесс ручного изготовления отнимет у вас гораздо больше времени. В первую очередь измерьте диаметр отверстия, куда будет вставляться воронка. Отрежьте кусок из неармированной мембраны толщиной 1,5 мм и сделайте цилиндр из полученного куска материала. Примерьте его в отверстие, чтобы установить размер. Прихватите точечно середину нахлёста и приварите оставшуюся часть снаружи, оставляя непроваренными 2 см от края цилиндра. Введите фен вдоль шва, а не перпендикулярно к нему, как делается обычно, чтобы горячая насадка не повредила цилиндр. Выверните цилиндр наизнанку, чтобы можно было работать с другой стороны, и проварите шов. Прогрейте конец заготовки при помощи горячего воздуха, чтобы сделать мембрану податливой. Растяните мембрану, чтобы получилась своеобразная юбочка. Рекомендуем для данной работы использовать защитные перчатки. Установите заготовку развернутым краем наружу. Скруглите острые углы. Точечно прихватите заготовку для фиксации в правильной позиции. Используя ролик, окончательно приварите заготовку к мембране изнутри наружу. Особое внимание уделите месту шва. Для усиления вырежьте круглый кусок из неармированной мембраны толщиной 1,5 мм диаметром, равным 3 диаметрам самого отверстия. Это необходимо для того, чтобы элемент усиления перекрывал полностью внутренний диаметр. Сделайте в этой заготовке отверстие диаметром чуть меньшим диаметра исходного отверстия. С помощью горячего воздуха нагрейте внутреннее отверстие и последовательно растягивайте его, чтобы сделать своеобразную юбочку. Примерьте на место установки. Сделайте несколько точечных прихватов для фиксации на месте. Приварите внутри отверстия, используя прокаточный ролик. Затем окончательно приварите по спирали изнутри наружу. Закончите монтаж сваркой наружного диаметра.
Как вы убедились, использование готовых фасонных элементов облегчает монтаж и экономит ваше рабочее время. Изоляция зенитных фонарей. Для надежной гидроизоляции зенитных фонарей мембрана должна перекрывать их не менее чем на 5 см по всем размерам. Вырежьте 4 заготовки для каждой стороны зенитного фонаря. При выкройке заготовки не забывайте оставить припуски на вертикальные и горизонтальные нахлесты. Используйте контактный клей «Технониколь» для фиксации полимерной мембраны на стенках зенитного фонаря. Особое внимание уделите тому, чтобы контактный клей не попал в зону будущего сварного шва. Приклейте заготовки на стену зенитного фонаря. Обрежьте по месту до необходимого размера. Убедитесь, что все заготовки приклеены, прикатывая их руками. Скруглите все углы мембраны. Приварите заготовки к основному гидроизоляционному ковру. В первую очередь приваривается нижняя и вертикальная части угла. Привариваем всегда изнутри наружу. Для дополнительной страховки рекомендуем приварить круглую заготовку диаметром 12 см из неармированной мембраны толщиной 1,5 мм. Прихватите заготовку в центре для ее фиксации и приваривайте спиралевидно изнутри наружу, чтобы предотвратить образование воздушных пузырей. Заполните стык примыкания полимерной мембраны к зенитному фонарю, используя полиуретановый герметик «Технониколь». Если зенитный фонарь изготовлен из металла, вы можете использовать ламинированный металл. Когда работы выполнены, используйте плоскую отвертку для проверки швов. Для дополнительной гарантии используйте жидкий ПВХ. Изоляция вертикального канала. Первоначально изолируйте вертикальный канал, используя полиуретановый герметик «Технониколь». Отрежьте круглый кусок неармированной мембраны толщиной 1,5 мм, примерьте сектор по трубе и отрежьте центральную часть. Внутренний диаметр отверстия должен быть меньше диаметра трубы на 4 см для хорошего прилегания. С помощью горячего воздуха нагрейте внутреннее отверстие, чтобы сделать мембрану податливой. Это позволит легко надеть заготовку на трубу. Опустите до основания трубы. Прихватите точечно для фиксации заготовки на месте. Начиная приваривать заготовку к основному кровельному ковру, используйте давление пальцами в направлении изнутри наружу. Это позволит избежать наличия воздушных пузырей. Затем проваривайте наружный участок, используя прикаточный ролик. Рекомендуемая ширина насадки для точных работ – 20 мм. Далее приготовьте заготовку из мембраны длиной больше окружности трубы на 4 см для нахлёста на вертикальном шве. Высота накладки должна быть не менее 30 см. С помощью горячего воздуха нагрейте внутреннее отверстие, чтобы сделать ПВХ податливым. Растягивайте край заготовки, чтобы создать своеобразную юбочку. Для дополнительной фиксации мембраны к вертикальному проходу можно использовать контактный клей «Технониколь». Избегайте попадания клея в зону сварки. Приложите заготовку к трубе и приклейте давлением руки. Дополнительно прихватите заготовку к основному гидроизоляционному ковру и в зоне вертикального нахлёста. Скруглите углы заготовки. Далее приваривайте фартук к основанию вокруг трубы. Закончите работы, сваривая вертикальный стык. Загидроизолируйте верхний стык, используя полиуретановый герметик «Технониколь». Когда работы будут закончены, проверьте качество сварных швов при помощи плоской отвертки. Для дополнительной гарантии используйте жидкий ПВХ. Завершите работу установкой хомута для обеспечения водонепроницаемости.